Девочки, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, какие вещи не стоит хранить в вашем гардеробе, на какие вещи не стоит тратить ваше время и ваши деньги. Буду показывать вам на примерах моих клиентов, буду рассказывать, почему такие вещи не стоит хранить, почему не стоит их покупать и не тратить ни ваше время, ни ваши деньги. Кому эта тема интересна, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Присоединяйтесь и поехали. Давайте начинать. Я взяла, девочки, для начала два своих клиента. Если вам вот такого плана, такой формат интересен, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях, и я тогда буду почаще делать такие разборы. Я взяла два клиента, будем с вами разбирать гардероб двум моим клиентам. Начнем с верхней одежды. Первое, то, о чем я бы хотела поговорить, это куртка. Куртка джинсовая, куртка кожаная, как еще называют ее, косуха. Спросите вы, почему я убрала из гардероба? Именно потому, что не хватает свободы. Вещи выглядят неактуально. Почему? Потому что не хватает свободы. Вот это причина, это основная причина. Верхняя одежда, любая верхняя одежда, пальто, куртка, плащ, должна быть свобода. Только тогда вы получите актуальный образ. Эти вещи я убрала, потому что, как я сказала, не хватает свободы. Дальше у нас кардиган. Почему кардиган я убрала из гардероба? Потому что он не актуален во всех смыслах. Крой не актуален, длина не актуальна. Я вам, кстати, добавлю кардиган. Я недавно работала с клиентом, мы покупали кардиган в манго, длиной макси. Прекрасный кардиган, прекрасный. Он очень красиво дополняет фигуру, и с ним можно собрать очень много стильных и актуальных образов. Вот такого плана не актуален во всех смыслах, да. Во-первых, рукава недостаточно, как короткие, да, короткие. Здесь все не так, да, все не так, все не актуально. И тонкий трикотаж, вот в этом еще проблема. Давайте поговорим о плащах. Плащи, смотрите, прекрасный плащ. И цвет яркий, красивый. Даже пуговки в цвет плаща, что это очень редкость, я хочу вам сказать. Но я убрала только по одной причине, потому что длина. Длина, она не здесь не хватает длины. Я знаю, как вообще длина работает в образе, поэтому для меня это очень важно. Если вы девушка, тем более невысокая, то тут нужно продумать ваш образ. И такого плана длина, она не актуальна, поэтому я его убрала из гардероба. Еще один плащ, не самый актуальный вариант, я хочу сказать, его можно как-то обыграть, можно как-то в гардеробе оставить, но если клиент не против, убрать из гардероба, why not, как говорится, да, не заморачиваться, а купить что-то более актуальное, которое будет украшать фигуру клиента. Пальто убрала только по одной причине, потому что, опять-таки, длина. Неплохое пальто, имеет форму, плечи, да, на месте, в принципе, можно оставить, но из-за длины мы решили его убрать из гардероба. Блейзер, пиджак, жакет, вы знаете, многие знают, да, что вот рукава такого плана, они не актуальны. Но проблема тут не только рукава, а видно, что блейзер, он мал, то есть, если его застегнуть, он просто не сойдется, да, поэтому я его убрала из гардероба. Плащ, девочки, если присмотреться, то внизу, где заканчивается, он прямо идет волной. Это говорит о том, что плащ плохого качества. Вот если даже просто на него глянуть, не хватает формы, и видно, что он плохого качества. Поэтому я убрала его с гардероба. Или вот еще один плащ, светлый, тут также не хватает длины. То есть, поэтому мы решили с клиентом убрать его из гардероба. Или вот еще это плащ, вот странный, в принципе, можно его было бы оставить, но здесь не хватает формы в нем, и не самая, я бы сказала, актуальная длина, не самый актуальный крой, поэтому мы решили убрать его с гардероба.
Следующее у нас на очереди низы, а именно брюки, джинсы, юбки, ну и также я добавила сюда платье. Первое, то, о чем я бы хотела поговорить, это юбка. Почему мы убрали ее из гардероба? Именно потому, что она нам добавляет объем и не скрывает в паховой зоне то, что нам нужно, а также неудачная длина. Поэтому мы решили избавиться от этой вещи. Джинсы. Если у вас в этом районе есть какие-то нюансы, хочется их скрыть, покупайте высокую посадку. Джинсы должны быть плотный деним, тогда он соберет все, что нужно, и это не будет так заметно. Ну и мы их, естественно, убрали из гардероба и заменили на более актуальный вариант с высокой посадкой. Брюки то же самое. Высокая посадка. Девушке здесь нужна. И брюки, которые от бедра идут вниз, узко, да, это не актуально. Неактуальный крой брюк. Поэтому мы заменили на более актуальный вариант. И, естественно, низкая посадка, напомню, подходит девушкам тем, у кого ноги длиннее, чем туловище. Ну и желательно, чтобы брюки были полной длины. Тогда ноги будут выглядеть длиннее, чем они есть на самом деле. Дальше давайте пройдемся. А, вот кюлоты. Кюлоты. Здесь нужно, если темные кюлоты, нужно понимать, что делать внизу темную вертикаль, если не хватает роста. Добавляем темную обувь. Но дело даже не в этом. Дело в том, что кюлоты сидят плохо. Поэтому мы убрали их из гардероба. Платье. Платье сейчас огромный выбор. И можно и нужно заменить это платье на более актуальный вариант. Это платье просто не актуального кроя. Поэтому мы с клиентом решили его заменить. Еще юбки. Хорошая юбка, ее можно оставить в гардеробе, но полоса, она всегда будет делить вашу фигуру, тем самым укорачивать ваш рост. Поэтому мы решили избавиться от этой вещи. Еще юбка. Эта юбка от слова совсем не актуальна, поэтому она ушла из гардероба. Платье. Принт очень большое значение имеет. Здесь сочетание, здесь сам принт, он не актуален. Он очень и очень простит именно вот моего клиента, такую внешность он очень простит. Поэтому, ну и я бы сказала, не актуальный крой платья. Поэтому мы избавились от этой вещи. Вот такого плана платья, так сказать, непонятно, что это, если честно. Не покупайте, не храните в гардеробе ненужные вещи, которые уже не актуальны. С ними не сделаешь актуальный образ. Поэтому не стоит тратить ни ваше время, ни ваши деньги и не захламлять на такими вещами ваш гардероб. Потому что потом очень сложно, когда 80 примерно, да, 80-70% вещей в вашем гардеробе не актуально, очень трудно там вообще разобраться и собрать современный образ. Нужен стилист. Самому очень трудно это сделать. Поэтому вот такого плана вещи, они уже, как я говорю, из прошлого, поэтому не храните их и смело избавляйтесь. Продолжаем разбирать гардеробы. Дальше у нас блузки, рубашки. Начнем с рубашек. Рубашка. Такого плана рубашка, можно ее оставить в гардеробе, если вы поверх еще надеваете, например, жилетку, да? Рубашку используете как первый слой и надеваете поверх жилетку. Тогда это не видно, да? Можно ее использовать. Все, больше такую рубашку вписать очень трудно в современный образ. Поэтому то ли оставляем и используем как первый слой, то ли убираем ее из гардероба. Почему убираем? Потому что она не актуального кроя, не хватает в ней длины,
и не хватает мне свободы. Поэтому мы убираем такие вещи из гардероба. Или вот, например, что мне здесь нравится, так это только горошек, принт. Все остальное не актуально. Опять-таки, можно использовать как первый слой, а поверх надеть, например, свитшот, вот такой, как у меня, и здесь воротничок очень будет красиво, жилетка, жилет какой-то, в общем, или же в клетку рубашка. Такое сочетание уже не очень актуально в плане цветов, черный и с белым, клетка, не очень актуально, поэтому, плюс еще крой, не актуален, поэтому мы эти рубашки, вот еще белого цвета также рубашка, поэтому мы эти рубашки решили просто убрать из гардероба и заменить, купить одну или две рубашки, которые будут сочетаться со многими вещами в вашем гардеробе, не захламлять ваш гардероб и тем самым будут радовать ваш взгляд, вашу душу, да, так сказать, когда вы будете их носить. Блузки. Что здесь не так, спросите вы? Мне нравится, кстати, единственная здесь длина. Но рукава и сам крой блузки все портит, всю картину портит. Поэтому мы избавляемся от таких вещей. Или вот, непонятно, то ли рубашка, то ли блузка. Вот честно, мне непонятно. Рубашка, наверное, да, или блузка. Она очень тонкая, если вы заметите, она очень-очень тонкая-тонкая и неактуального кроя. Или вот блузка. Кстати, такие манжеты, девочки, они очень добавляют и расширяют бедра, потому что примерно эти манжеты находятся в районе этой части тела. И просто неактуальная вещь. Или вот блузка. Почему я убрала ее? Потому что она плохого очень качества. Выглядит это дешево, поэтому нужно убирать такие вещи из гардероба. Или майка. Я добавлю вам актуальную майку. Да многие, наверное, уже знают, какая актуальная майка вот такого плана. Она просто не актуальна. Почему, спросите вы, не актуальна? Выглядит не актуально. Поэтому я ее убрала из гардероба. Пройдемся по майкам, как их называть, майка, футболка, да, вот на фоне коротких рукавов и очень, когда они в обтяжку, вот здесь рука выглядит еще больше, еще массивнее, если вы заметили, поэтому это всегда так работает, поэтому вот такие вещи не стоит хранить в гардеробе. Они ничего хорошего не сделают с вашей фигурой. Или вот, например, зелененькая, рукав непонятный, ни туда, ни сюда, вырез, он очень низкий, неактуальный. И в целом вся футболка просто выглядит неактуально. И таких вещей, кстати, или вот еще. Здесь все не так. Скажите, вы что, не так? Все не так. Рукав сильно высоко. Кстати, когда сильно высоко рукав, он еще увеличивает ваши плечи. Это тоже нужно учитывать. Ну и, как я сказала, вот здесь сильно в обтяжку, и здесь на фоне этого выглядит массивнее рука. Принт не актуален, также принты есть актуальные и неактуальные, и нет в ней свободы. Поэтому мы ее убрали из гардероба. Или вот вырез лодочка. Честно сказать, я нигде, вот сколько я делаю шопинги, очень много хожу по магазинам, и я, если честно, нигде не вижу вырез лодочка. Просто вещь не актуальна. Не только из-за выреза, но в целом, если смотреть, в целом не актуальна. Кстати, вот такие маечки, как или футболочки, очень часто встречаются в гардеробах, когда я разбираю гардероб. И почему-то все клиенты их хранят. Не знаю я почему. Или вот блузка, не блузка, непонятное что-то, как я говорю. Такие вещи смело убирайте из гардероба. Дальше у нас на очереди трикотаж, а именно джемпер, свитер, водолазки. Для начала начнем джемпер, да, джемпер, свитер. Почему я убрала его с гардероба? Потому что он не актуален. Почему он не актуален?
ворот не актуален, он сильно низкий, не хватает свободы и не хватает длины. Поэтому такая вещь ушла из гардероба. Вот еще пример. В принципе, может быть не самый актуальный вариант, но она может служить как эта кофточка, да, или как она называется. Но поверх вы можете надеть, к примеру, пиджак, блейзер. Но мы решили с клиентом заменить на более современный вариант и не, как говорят, не париться, да. Вот. Еще вариант, который мы убрали из гардероба. Почему не актуален? Здесь ворот не актуален, очень тонкий материал, здесь нет формы, если честно, это непонятно что. Не хватает длины, такие вещи смело убирайте, и они с ними современный образ не сделаешь. Вот для сравнения, вот эту водолазку мы ее оставили в гардеробе, потому что она прекрасна, поверх вы можете надеть рубашку, блейзер, жилет, жилетку, в общем, все, что у вас есть. Мы ее оставили в гардеробе. Кофточки, кофточка, или как она называется, такого плана, это было много лет назад актуально, сейчас это не актуально. Не актуален ни ворот, ни крой, ни сама форма, просто убирайте такие вещи из гардероба. Или вот кофточка, тонкий трикотаж, я часто говорю, он не украсит вашу фигуру, он наоборот подчеркнет все, что хотелось бы вам скрыть. Здесь очень тонкий трикотаж, поэтому все это выглядит очень плохо. Или вот то же самое, тонкий очень трикотаж, вот такого плана вырез, я, если честно, давно нигде не видела в магазинах. Неактуальные вещи смело не храните, а смело убирайте из вашего гардероба. Последняя, девочки, у нас аксессуары, а именно это у нас обувь и сумки. Давайте начнем с сумок. Всегда, когда я разбираю гардероб или иду на шопинг с клиентом, я знаю, что сумка должна выглядеть, должна хорошего быть качества. Тем самым должна она выглядеть дорого, потому что аксессуары играют огромную роль в образе. Это как холст, у вас холст одежда, и дополняют ваш холст аксессуары, да, и образ собирается воедино, так сказать, да. Поэтому я знаю, что аксессуары, сумки, обувь играют огромную роль в образах. Поэтому, кстати, у меня была клиентка, когда я разбирала гардероб, именно аксессуары у нее выпадали, у нее были аксессуары просто не актуальны, поэтому не собирались образы. Сумки. Обращайте внимание на кожу, потому что может быть кожаная сумка, а может быть, вы знаете, и не кожаная, но выглядеть очень даже очень хорошо. Из девочек, кто живет в Англии, я рекомендую посмотреть онлайн, или если у вас в городе есть TK Maxx, называется, я напишу, как называется, там можно хорошие сумки найти, кстати, довольно-таки хорошие, и там их впало в большие скидки и хорошего качества. Вот такого плана сумки, они выглядят очень плохо, потому что кожа, потому что вся сумка сделана некачественно, поэтому она выглядит неактуально и плохо. Почему, как я вот определяю, актуально, неактуально сумка? По аксессуарам тут нужна только насмотренность, без этого никак. То есть я смотрю и понимаю, что это уже неактуально. Плюс еще плохого качества сумка. По обуви, как определить, актуальна обувь, не актуальна? Опять-таки, тут никак я вам не смогу помочь, просто нужна насмотренность. Сама форма обуви, мыс, обращайте внимание, каблук, сама форма обуви говорит мне о том, что эта обувь уже не актуальна, ее носили много лет назад. Вот все аксессуары, обувь, сумки, то, что я показываю, это мы убрали из гардероба.
обращаю внимание на мыс, на каблук и на форму. Как я говорю, это мне говорит о том, что обувь не актуальна. По-другому вы никак не научитесь различать. Просто нужна насмотренность. Где ее брать? Мне многие спрашивают, где брать эту насмотренность. Просто листайте побольше, смотрите стилистов, да, которые также вот рассказывают, помогают, да, понять, что актуально, что нет. Просто по магазинам смотрите на манекены. В каждом магазине есть манекены. В основном манекены собираются с актуальными вещами, с актуальными аксессуарами. Вот это вам в помощь для того, чтобы поднять вашу насмотренность. Вот такого плана обувь, она просто не актуальна. И мы, кстати, лодочки, круглый мыс, он не актуален. И вообще форма лодочек, она не актуальна вот такого плана. Если вы хотите лодочки, сейчас лодочек много, большое количество разной формы, но вот именно такого плана это не актуальна обувь. Или мокасины, да, как их называют, такую обувь лучше заменить на лоферы какие-то стильные, на броги, вот просто на актуальный дерби, просто на актуальный, на актуальную обувь. В общем, на этом все, девочки. Я думаю, было полезно. Если напишите мне, пожалуйста, если такой формат вам интересен, то я могу почаще разбирать с вами вместе гардеробы моих клиентов. И обязательно еще в скором, возможно, даже на следующей неделе я постараюсь записать еще такого плана видео. Ну, а я буду с вами прощаться. Увидимся на следующую неделю. Пока-пока.